Я уже говорила сегодня о том, что Ольга пойдет именно по этому музыкальному пути в своем взрослом будущем. Но как послушная дочь, она поступила мудро и послушала своих родителей, которые были, к сожалению, против того, чтобы Ольга занималась тем, что больше всего любила. Поэтому помимо своих музыкальных способностей, она еще приобрела огромный опыт как дизайнер. Она прекрасно шила и шьет, она даже преподавала в институте. И Ольга надолго, вернее, навечно в своем сердце сохранила вот эту благодарность родителям и свою любовь к родителям. И поэтому она очень хотела, чтобы сегодня прозвучала песня именно в память о ее родителях. И это песня, которая наверняка сейчас затронет их даже там, на небесах, и, конечно, затронет сердце каждого из вас. «Ов сирун, сирун» – армянская песня, которую для вас поет Артем Эмилян. Песня в исполнении Артема. Роман Сольги Калантаровой, у меня для тебя. Да. Я прошу. Николаевна, спасибо. Прошу прощения немножко в сценарии перестановки. Thank you.
я для тебя столько ласковых слов и созвучить. Их один только я для тебя мог придумать тебя. Их певучей волной, то нежданно крутой, то ползучей. Хочешь, я зацелую тебя, хочешь, я заласкаю тебя. У меня для тебя столько есть прихотливых сравнений. Но возможно ли твою уловить хоть мгновенно красу? Есть причудливый мир серебристых видений. Хочешь, к ним я тебя отнесу, хочешь, к ним я тебя отнесу. Видишь, сколько любви в этом нежном взволнованном взоре. Дрожащее море, хочешь, в нем я тебя утоплю, хочешь, в нем я тебя утоплю. Артём Ильян и Анастасия Клементьева. Человека просто так невозможно научить писать музыку, потому что, говорят, это дар Божий. И, может быть, именно поэтому каждый человек, слышит он музыку правильно или немножко искаженно, но каждый человек не может не откликнуться на прекрасные звуки окружающего его, когда звучит музыка. Винченцо Беллини, Ариетта Меланхолия, исполняет Ирина Долгова. Здравствуйте. Вы знаете, для меня сегодня совершенно уникальная ситуация. Дело в том, что мы с Ольгой еще друг друга не видели. Я ее, да. Мы только слышали. Я, конечно же, все переслушала, что есть выложено. Вот все в интернете, что есть, я все послушала. Я в полном восхищении. Для меня это такая честь, такое великолепие. Она для меня такое олицетворение благородства, изящества, энергии творческой, красоты. Вот попробую свое ощущение от нее я выразить с песней. Ольга, с днем рождения! Ты на меня разом руткнешь.
спасибо огромное. Да, действительно, сегодня так много замечательных знакомств. Я надеюсь, что дружба наша будет продолжаться еще долгие-долгие годы. И в клубе песни «Высота» появятся новые участники. И, естественно, мы благодарны за это Ольге Николаевне, которая сегодня своим таким внутренними и внешними силами своими пригласила вас всех в этот зал. Рады вас видеть, дорогие гости. Музыка и поэзия – это две стихии, две силы, которые не могут жить без друга, а вместе создают огромную энергетическую силу. Сегодня в нашем концерте мы слышим много музыки, написанной Ольгой Калантаровой. Всегда так было, что композиторы восхищались поэтами, а поэты восхищались композиторами. Ольга Калантарова обращается не только к современным поэтам, но и очень любит поэтов Серебряного века. И вот послушайте, пожалуйста, песню «Мне не жаль» на слова Алексея Апухтина, который исполнит Владимир Нарчев. Я рад приветствовать всех на этом праздничном вечере, действительно наполненным искусством, наполненным высокой поэзией, наполненной прекрасной музыкой Ольги Калантаровой. Я когда готовился к этому вечеру, вот мне Ирина Авакова прислала некоторые ее романсы и сказала, вот как вот, что можно с ними сделать, или под аккомпанемент, либо самому. Я попробовал, мне они настолько понравились, что я сказал, да, я сам попробую сделать. И вот эта мелодия, вроде бы она такая, ну, не очень как бы сложная, но она знакомая, приятная, ложится на душу, на сердце. Вот, и я еще там немножко там дополнил это все дело. Поэтому вот послушайте, что получилось. Мне не жаль, что тобою я не был любим. Я любви недостоин твоей. Мне не жаль, что теперь я разлукой томим. Я в разлуке люблю горячей. Мне не жаль, что и налил, и выпил я сам унижения чашу до дна, что к проклятиям моим и к слезам и мольбам оставалась ты холодна. Что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Томил, но мне жаль,
что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Что вы тоже прекрасно знаете, что стихия для Ольги – это романс. Она поет их самые разные, на самых разных языках. Она поет их, причем не выбирая лучшего или любимого. Она любит их. На каком бы языке ни звучал романс, он всегда будет для нее как мед на сердце. И вот сейчас вы тоже вместе с Ольгой Николаевной получите наслаждение, потому что романс, который прозвучит сейчас в исполнении Елены Семеновой, прозвучит на финском языке. Перевод Елены Семеновой. Я перебиваю этот романс, потому что он появился у нас в Финляндии. И это «Благодарю тебя, моя печаль». Недавно Алена спела великолепно. А сейчас я спою на финском языке. Сегодня мы даже выучим с вами новое слово на финском языке. А я вновь приглашаю к микрофону Алену Трофимову. У инструмента Анастасия Клементьева. Thank you.
бы ни было далеко, услышу. Призови меня скорее, призови. К битве за любовь, пока мы дышим. Отними у всех скорее, отними. Мы спасемся только вместе оба. Обними меня скорее, обними. Защити от зависти и злобы. Я не Магдалена, не смогу. Шелковой волной топят укрыться. Все равно благодарю судьбу свою, что дала с тобой соединиться. За то, что вы с нами. Дай Бог вам сияющих лет. Вы муза и вдохновение, мелодия, радость и свет. И не надо гадать на ромашке, будете вы счастливы или нет, потому что на ромашке погадает автор-исполнитель Тамара Ромашко. Встречайте! Дорогие друзья, я хочу сразу же поздравить Ольгу Николаевну с днем рождения. Мы лично с ней не знакомы, только заочно через интернет, и поэтому, знаю, что мы ограничены регламентом, я только пару строк прочту о нашем знакомстве. Мы не знакомы лично, но чудо интернет помог уж, извините, узнать о вас секрет. Прекрасный композитор, певица, всем пример, красавица, царица романса тонких сфер. Гармония музыки она несет в душе, и мир, что был безликим, расцвел, расцвел во всей красе. К сожалению, хризантемы в моем саду еще не расцвели, но вот такой скромный букетик для вас, Ольга Николаевна, ромашки. От ромашки, ромашка. Итак, погадай на ромашке. Давайте поаплодируем этой аплодисменте Ольге Николаевне, потому что она нас увидит обязательно, этот концерт. Навеют грусть былые годы, и есть что вспомнить не тебе. Я знаю, что любовь из моды не выйдет только в это век. Я знаю, что любовь из моды не выйдет только в это век. Я погадаю, погадаю на ромашке, и закружатся белом море лепестки. Мои секреты и мечты.
нашей замечательной ведущей Светланы Козявиной. У нее есть микрофон, передай мне. Мы уже говорили о том, что Ольга Николаевна действительно человек-трудоголик, который не может сидеть спокойно. Дело в том, что сегодня просто необходимо сказать, что Ольга занимается очень большой общественной работой. Многие годы она является волонтером в общественной организации «ХОСЕ». А чтобы популяризировать так любимый ей жанр романса, она создала и руководит группу «Волшебство романса». И вот, знаете, сейчас я хочу задать вопрос людям, которые знают ее много лет. Как вы думаете, каких людей она берет с удовольствием в группу? И кому пути в группу нет? Чем должен обладать этот человек? Любить романс. Так, любить романс, еще? Искренностью. Искренностью, конечно, в первую очередь, еще? Вы не поверите. Когда она мне сказала ответ, я тоже очень сильно поразилась. Она сказала: я не люблю людей с короной. Если человек надевает на себя корону, она никогда не возьмет его в свой коллектив. Потому что человек должен быть искренним и скромным. А я хочу пригласить к микрофону вновь Владимира Нарчева. Слова Афанасия Фета. Музыка Ольги Калантаровой. «В саду твоем». И увела меня аллея туда, где мы весной вдвоем бродили, говорить не смея. Как сердце робкое влекло надежду, страх и пенит, а юный лист тогда назло нам посылал так мало семи. Какое тонкое молчание, один зарею соловей, таясь во мраке, робко свищет, и под навесами ветвей напрасно взор кого-то ищет. Thank you.
один зарею соловей. Таясь во мраке, робко сыщет и под навесами ветвей. Напрасно взор кого-то ищет. Исполнение. Я думаю, что вы все, как и я, задумались о многом о своей жизни. Ну и получается, на этой ноте мы заканчиваем наш праздник. Вот, у нас, конечно, не все номера прошли, которые хотелось. Дорогие друзья, спасибо вам. Спасибо за внимание, за ваши аплодисменты. Спасибо Ольге Николаевне, что собрала сегодня своим творчеством нас в этом зале. Счастья вам, здоровья, любви и благополучия. И до новых встреч! Спасибо.